Сегодня похоронили сотрудника ГИБДД Юрия Матрюнина, погибшего при задержании в Казани ночного лихача на БМВ. Автоинспекторы и его напарника представят в награде. Руководитель госавтоинспекции республики сегодня рассказал подробности резонансного ДТП. Более 120 тысяч казанцев примут участие в ежегодном шествии бессмертного полка. Движение начнется в 3 часа дня. Колонна пройдет 2,5 километра по Карла Маркса через Лобачевского мимо парка Черное озеро. Финиш – площадь Тысячелетия. В Казани открылась выставка «Два гения танца». Событие посвящено Рудольфу Нуриеву и Михаилу Барышникову. Московский художник Александр Человский представил серию работ, воссоздающих образы драматического артиста балета.